Доброго дня! Хотя не такой уж и добрый. Ведь сегодня мы поговорим о ютуберах, которые ушли из блокпост Mobile в третий раз. Вайнес. После невероятного разоблачения на блокпост Mobile, Вайнес объявил об уходе на целых 1.5 месяца. 2500 людей будут ждать его возвращения. Причиной временного ухода из блокпост Mobile стало выгорание, а также нежелание снимать видеоролики. Джентльмен. Немногие застали этого ютубера, так как он пропал уже год назад. И с его каналом случилось что-то непонятное. Возможно, его купили, а возможно, его взломали. Но те, кто помнит этого ютубера, знают о том, что он снимал достаточно классные видеоролики и стабильно выпускал их. Деликс. Ютубер по блокпост Mobile, который выпускал видеоролики из ряда «Когда выйдет рынок», «Разоблачение на ютубера» или просто обычный геймплей. 2500 подписчиков на канале и внезапный уход из ППМ, о котором он даже не оповестил своих зрителей. Лорд ППМ. Классные ролики, частые игры. Этого ютубера я знал лично. Но внезапно он ушел из БПМ. Хотя все же предупредил своих зрителей на YouTube-канале. Сункит. Ютубер, выпустивший всего несколько видеороликов. Но каждый из них был почти на 1000 просмотров. А последний на 5000. Я долго не хотел записывать этот видеоролик. Но мне пришлось. И надеюсь, вскоре БПМ изменится. Если же мы не увидим глобального обновления на Хэллоуин или хотя бы на Новый год, мне придется записать следующую часть.